На очереди криминальная хроника. В Макшанском районе завершено расследование уголовного дела по факту хищения премиальной иномарки 31-летним жителям областного центра. Следователи установили, что в марте прошлого года потерпевшая сдала пензенцу автомобиль в аренду, который он использовал для работы в службе такси. Спустя полгода злоумышленник продал машину по цене в 14 раз ниже рыночной и уехал в столицу. Законный владелец транспортного средства мужчина пояснил, что автомобиль у него был похищен на территории Макшанского района. Тем самым он хотел ввести в заблуждение собственника. По факту хищения автомобиля женщина обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело. Житель Пензы может лишиться свободы на срок до 6 лет.